И снова всем здравствуйте. Сегодня выходной. Решил еще раз пробежаться. Ну, пошел, как обычно, коротким путем. И заблудился в гаражах. Если бы я по той дороге пошел, я бы за час уже на месте был. А тут я уже час протопал и еще иду. И еще идти, да идти меня далеко. Сегодня хоть люди появились. А то в прошлый раз шел, никого нету. Тут он сено косит. Сейчас тоже попрошу покосить, поди. Нива попалась с двумя детками. Старые, древние. Два древних деда на Ниве едут, на красной. Старые, старые, вообще еще старее меня. Если бы за руль не держался, бы он, наверное, упал бы. Я так прикалываюсь. Ну что, о, видишь, косарю жарко стало. Здрасте, Бог помощь. В этом году травка хорошая, да? Да. Дайте пару раз махнуть. Ой, пожалуйста. Сто лет не косил. Неудобно для меня, где пониже. Ну, повыше, вниз. Вы не сделали ниже. А? Сделай ниже. Она делается, да? Ну там с линии она. Она подходится. Туалет не косил. Твою дорогу. Тут женщина бежала с гантелями. Кого? Женщина с гантелями бежала. Женщина с гантелями? Ага. Ну, да. Может, говорю, поможешь, я касаюсь. Помогу, серьезно. Держи дальше. Нормально. Вот такие ощутимые килограммы, наверное, по два, по три такие гантели. Бегает. Ух, коси коса покороса. А вы за грибами? А? За грибами или просто прогуляться? Пропердеться. Ага. Хорошо получается. Ну и как, ребят, демократы? Получается у дедушки? Получается. Держите вашу косу. Накосился, вспомнил. Ничего не забыл. Кроликом, да? Нет? Да, кролик. То ли обзорит, то ли что-то у нас. Один. Девушка с гантелями. Чтоб не приставали. Чтоб не приставали, он подсказывает, дядька. Вот как надо. Жирок сбивать осталось. Ну ладно, удачи. А то я не дойду сегодня. И все-таки здесь что-то посажено. Я вот смотрю, вот семечки есть. Семена. Это пшеница. Вот семечка. И она рядочками идет. Да. Июль. Август, сентябрь. Если только он в ноябре будет косить. Собирать урожай. Ну, посмотрим, что тут вырастет. Посмотрим. Интересно. Или это пробный забег здесь был. Вот так вот. Тут люди заезжали. Он тут все перемесил. Такая вот колея после него. То он в грязь сюда полез.
Надо было ему срочно, видать, здесь проехать. Ну, сколько тут соляры спалил. Не перевелись еще идиоты на Руси. И не переведутся. Вот такие шляпки попадаются у меня на пути. Вот она. Такая шляпочка. Но ему все. Он помер. Это сегодняшний урожай мой. Я вот сел отдохнуть. Меня комары сегодня кусают в два раза меньше. А почему? Сейчас объясню. Я там кочку нашел муравьиную. Ей обмазался весь. Они летают по мне, вот они. Вот он, козлина, прилетел. Видишь, какой здоровый. А сейчас я еще одной бяпушкой намажусь вдогонку. Муравьиная кочка мне помогла. Это я минут 40. Они меня не сильно грызут. Они тыкаются, но не так, как в прошлые раза. Есть у меня... Где она у меня есть? Сейчас добуду. Вот в этот пузырек я тут меточки поставил небольшие по меркам одинаково. Шампунь, масло подсолнечное и уксус 9%. Сейчас разбодяжу. Посмотрим. О. Сейчас я ее этой канителью еще намажусь. Посмотрим, как им тут что понравится. Ну, шампунью пахнет. Ухи, ухи, главное дело ухи. Они эти ухи любят. Ну чё? Где вы все тут? Ну чё, тыкайся, кусайся. Нет желающих, что ли? Чё, не по кайфу? Ну, ещё кто следующий? Вокруг меня кота-аура появилась. Они вот они все летают. В круговую. Вот так вот. Будут знать, как на дедушку нападать. Видишь, повадились грызть меня. Что я вам хорошего сделал? Всех я вас не убью. Вон они тыкаются. И все. Где у меня тут водичка есть? Попью. Это сок березовый. Вот так вот ладошки маленько вытру. Ягодку брать надо. Где-то у меня еще компотик был. Куда я его дел? Вот он. Я его сейчас добавлю в эту бочку. У меня будет холодный компотик. Там ледышка плавает. О! А чё там? Все.
полезу сейчас опять на пекло. Вообще душняк стоит. Градусов 30 в плюсе. Морсик получился отменный. А главное дело холодненький. Вот так вот. От мошки, комаров спасение есть. Садятся. Ну не так. Так что идешь в поход, бери с собой замороженный лед. Он у тебя растает. Ну все. Поплёр я дальше. Сиди, не сиди. А идти надо. В тенечке-то хорошо. Сегодня купаться буду. Спущусь вниз и залезу в воду. Побультыхаюсь. Перекур. Обед будет у меня. Кто? Будет? Ну, хочешь, как хочешь. Вот какая. Ты не хочешь или не будешь? Как хочешь. Кто со мной? Я сейчас тут в одну харю поизгаляюсь. Подъем чуть-чуть. И все. Не могу больше. Жарко сильно. Уж сильно жарко. Ну-ка. Посмотрим, сколько. 28 плюсом показывает. Ну, это в тени, наверное, 28 плюсом. Это невозможно. Тут вообще караул. 14.00 будет 29. В 15.00 29. В 16.17 по тридцатнику. Вот такая Виктория попадается. Махачка прям. Ой, маленькая-маленькая. Она тут ковром стоит, ее тут никто за ней не смотрит же. Ее и нету, поэтому прорядить бы ее, взять тяпку. Да некому. О, вон ту хочу. О. Вкусно. Кому как, ко мне ништяк. Все. Ледышка плавает. Хорошо. Комары не кусают. Хорошо. Минут 40 проползал. Ни один гад не укусил. У меня еще один запас про них. Вот он сидит. Вот он ползает, а не кусает. Что, убить попробовать? Все, все, что жил, то напрасно. Ладно, хватит тут. Ой,
разговоры разговаривать. Надо валить. Короче, я перебежками бегу. С одного куста в другой. Тут вот сныть уже цветет в полный рост. А вот мне кажется, что недавно ходил ее, пробовал, кушал чуть-чуть. А она уже цветет. Июль месяц. Все. Эти изверги летают, орут, но не кусают. Жужжат кругом. Невмяник. Такой вот большой. Это не ромашка. А между двух берез натяну гамак и начну валять дурака. Начну валять дурака. А вот елочка, под которой утка гнездо себе свила. Ну-ка посмотрим. Я мухомор вижу. Осталось гнездо-то. Посмотрим. Вот она, гнездышко было здесь. Нет, тут уток было много-много уточек. Я же говорил, что это мухоморные места. Вот они, красавицы, поперли. Смотрите, какие. Мухоморчики пошли. Вот из чего мухоморчик пошел. Рвать не буду. Мне не надо. Кому надо, приходите за мухоморами. Вот возле этого озера вверх подниметесь и найдете. Привет, дружище. Тебя-то только тут мне еще не хватало. Смотри, какой статный он, а. Ядреный такой. Ну что, скосить тебя не буду. Пусть тебя кто-нибудь другой заберет. Тебя он уже комар, мураш трескает. Ой, о, какой красивый. А тут еще красивее. Совсем махочка. Вот такой вот. Вот такой. Ой, пи-бип. Подуркует дедушка маленькая. Ну что еще вам показать? Ну вот еще есть. Все, расшнурился я. Ох ты, какой ядреный вообще монтановский. Здорово, красотуля. Че, стрескать тебя что ли сразу? Че, съедобный ты, несъедобный? Никто не скажет. Я-то знаю, что съедобный. Схавать тебя не схавать. Не буду я и тебя хавать не буду. А вот тут еще что у нас есть? О. Как они? Рыжики, не рыжики, а кто они? Забыл, как звать. Фу, ёкалы мне. А это кто такие? А это эти. Фу. Как их? Сыроежки. Голубые или какие они? Синие ли? Пока-пока. А вон еще один стоит. Ugh.
вот эту-то я съем сейчас сразу. Это мое. Ладно. Пока суть до дела, я зашнурюсь. Все. Поперли. Ну что тут еще? Тут все уже. Больше ничего нету. Мухомор. Живи, здравствуй. Вот они. Вот за это я говорил. Он красивый какой. И там такой же, только большой. Валуи. Что ли, или как? Волнушки. Короче, я навыгуливался сегодня. Пойду купаться. Все. Виктории набрал чуть-чуть. Вон еще грибочек какой-то. Чуть-чуть набрал Виктории. Ну, сколько чуть-чуть, литров 5. Ну, вы видели сами, сколько там было. Там уже даже 5 литров нету. Здесь муравьи что-то много бегает. Прям навалом. Я их много передавил, наверное. У них тут своя задача поставлена какая-то. Они вот они. Что-то там нашли на этой березке. Ладно, пойдем, пока они по мне не поползли. Камрюха! Грета! Здорово! Че, накупалась? Ну иди сюда, подойди хоть раз в жизни-то. Вчера подошла, понюхала и ушла. Но. А это не подходит, черномазый. Здрасте еще раз. Как щенком бегал, не подходит, так до сих пор не подходит. Викторию собрал немножко. Клубники собрал позавчера, ведро целое. Уже там около вас поближе, на горе. И эти две выгуливались. С вами, не помню, не с вами. Нет, с пацаном, парень был помоложе. Искупаться надо где-то, кровь из носа. Ну вон пацаны-то купаются. Да я знаю. Вот здесь хочу, она здесь холоднее, по-моему. Ну здесь второй отстойник. А этот же вообще, это Соховский, он вообще не... В него вода не попадает. Ну он теплый вот этот, я знаю. Ну он это, да. А тут вода лучше. Тут протопочная, тут косая вода. И она как мыльная какая-то, как щелочная. Да она и здесь. Но дело в том, что у нас же это, когда сделали очистные, это здесь, после шахты Байдайской. Год же брали эти анализы. Да. Нормальная, короче, вода, да? Да, вода нормальная. Ну, слава богу. Это от комаров, да? Вода холодная. Она здесь проточная. Мульгашни, прям туча. Сюда, ко мне все. Все, холодное. Для меня холодное. Ну хорошо. Тут меня муравьи сейчас.
как по ковру. Вон мультики. Мы вешни сколько летаем. Пискарей вижу. Аквариум. Вон какие-то вообще маленькие зелененькие летают. Прыгают. Где вы там? Вот они ко мне бегут. О, пискарь большой. Еще больше. Вот этот маленький зелененький, что такое? Вон собрались подо мной все они. Ха, красивая. Это малек. Мальки. Вон они поверху летают. О, адаптироваться начинаю к водичке-то. А внизу холодно все равно. Кыш! Вон и сколько. Что там мне? Вы что, меня слышите? Вот они стоят. Кыш! Все. Хватит, наверное, на сегодня. На сегодня хватит. Ой! Ой, камни! Тут баранов гонять стали. Они тут все сожрут сейчас. Никому ничего не достанется. Так, попались? Попались? Которые кусались. Дома-то поди потеряли? Да нет. А они знают, родители, что вы здесь купаетесь? Да. Точно? Да. Ну хорошо. А это что, порвалась тарзанка, что ли? Нет, ее обрезали. Кто? Охрана. Охрана? Да. Но они думали, что это озеро продали, а продали то. Куда продали? Ну там какому-то мужику. Вставай сюда. Сейчас тебе покажу, как боковую щучку надо делать по-настоящему. Что, тут глубоко сразу, да? А? Сразу глубоко. Вот как здесь. Нормально. Вот здесь я уже не стою. Нормально. Вот тут вот я стою. Смотри вот на вот эту глубину. Раз, два, три. Ну, бультыхайтесь. Слушай, а тут какой-то нестабильный глубина. Да? Смотри. Вон там вот видно же, как да, там был. А теперь смотри, как я буду. А? Случайно не Анатолий зовут? Случайно Анатолий. Я смотрел ваш канал. Да ты чё? И чё? Не видел вот про охрану, то, что в ленте понравилось. А-а-а. Так это давно было. Ты что хотел? Поаккуратней, пацаны. Ну, я продолжаю свою эпопею
И опять я пришел вот к такому выводу, что надо здесь пособирать клубники. Вот такой. Вот такой. Вот такие тут гроздочки висят. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кто со мной, тот герой. И мне начинают комары эти щелкать. Сейчас я опять намажусь. Я накупался, мне хорошо. Вот они. Она уже мнется. Смотрите. Это здесь опять бугор мой. Это другой бугор. Я до того еще не дошел. Все, заряжаю. Пойду помажу. Иван, чай. Такой-то. Здесь лючище. По нему вода стекает далеко туда. Я, по-моему, навыгуливался уже сегодня. Железяка и комары. Муравьи красные. Ох, кусучие гады. Ящерка тикает от меня. Куда по огурцам? Стоять. Куда ты в гору-то? Куда умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Попалась, которая кусалась. Куда бежала? Сейчас я тебя отпущу. Давай вот здесь. Держись. Пух. Шлепнулась. Все. Удрала. О, вижу. Проверю, подойду. Ну, домой же вроде шел. Ой, около меня опять лезть. Фух. Залезу, не залезу. Вот она. Вот она. Понеслась душа в рай. Ну и чё? Уже и не хочу собирать. Наверное, я не буду ее собирать. Все, решено. Жарко, караул. Я уже весь спекся. Я так навьючился, как верблюд. И рюкзак еще у меня. Сейчас я вот там где-нибудь остановлюсь, тенечки. Все в рюкзак закину. И все, и домой. Пошел. Любопытство не порог. Не, во. Хорошенькая есть. Ну-ка, иди сюда. Ну, вот такая вот. Че, я думаю, пойдет. В торбу. Вот они. А тут мелкая. О, вижу. Так, ну-ка, ты кто такой? Отвали отсюда. Вот они. Две штучки заберу, остальное пусть доспевает. А вот еще есть. Фух, зеленая. Ай, это зеленая попалась. Я ее съем. Да, они уже сладкие. А это я не вижу. И вот под ногами не вижу. Вот эту заберу. И вот эту. А вот еще одну вижу. И тут вижу. Я же говорю, я тут не добрал. Я тут добирал. Заходил. Чтобы баночка добить.
Ой. Добил и пошел. А дальше-то не пошел. Вот такая вот клубничка есть. И такая пойдет. Мне все пойдет. Ах ты, ёкарамана. Укалился шиповником. Фух. Да, навьюченному-то плохо собирать. Не, тут еще. Не, а вот что некогда, да. Вот это-то можно взять. И вот это пойдет. И это пойдет. Да, они все пойдут. Все, наверное. Ну, еще шаг два сделаю. Вот сюда вот. О! И вот. Одну возьму. И эту возьму. И эту. Все, пал. Все, валить надо. Ну куда валить-то? Валить, валить. А это что, кому? Оставлять, что ли, здесь пропадет? Пекло. Фу. В кустике сидит, сколько много ее. Идите сюда. Все идите сюда. Все. Победил. Пузырь в карман. И все. Так, здоровый прям. Отваливай отсюда. Ну все. Все, теперь точно на хаос. Оба-на. А здесь что было? А тут бараны все почикали. Это уже после меня. Сука, козлы. Вон ягоды. Они тут все сожрут. О, еще сюда не заходил. Все равно же домой иду. Посмотреть, что тут есть. Прилетели журавли, не прилетели. Нет тут никого. Сброс воды идет полным ходом. Вот этот косогор я весь побрил вчера, позавчера. А после меня его побрили бараны. Еще лучше. Ну все. Теперь точно пока. Выключаю все. И попер я пешим строем до самого дома. Час ходу с челы, час мне еще. И эти начали кусаться. Идиоты. Ну все, на сегодняшний день поход мой закончился, навыгуливался. Сегодня комаров этих меньше мошек накормил, ну что мазался два раза, три. Ой, искупался хорошо, можно было еще раз искупаться. Все, до дома пойду. Сейчас в лавку зайду, квасу куплю и буду квас идти дудонить. Мне хватит этого, как раз до магазинчика. О, даже здесь маски. Бараны, наверное, в маски поскидывали. О, целая эскадрилья. А ну домой все быстро.
6, 10 штук, 11. И мамка 12. Возьмет, не возьмет. Возьмешь? Спасибо.